Жіноче здоров'я – дуже важлива тема для усіх людей, особливо, якщо це стосується кожного. І ми будемо говорити про жіноче здоров'я і ті хвороби, які дуже часто перешкоджають нам нормально жити. І допоможе нам розібратися у жіночих питаннях лікарка Елеонора Прокопенко, лікарка-акушерка-гінекологиня вищої категорії, кандидатка медичних наук. Дуже раді вас бачити, пані Елеонора. Отож, що люди переважно вкладають у поняття жіноче здоров'я і чи завжди це співпадає з тим поняттям, про яке говорять лікарі? Как правило, женщины вкладывают состояние здоровья, свое психическое и абсолютно физическое состояние равновесия. Когда они живут в мире сами с собой, когда у них хорошее настроение. А это возможно только если они востребованы в обществе, если у них в доме все в порядке, если их близкие родственники здоровы. То, в принципе, совпадают критерии Всемирной организации здравоохранения в отношении, что такое женское здоровье. И понимание женщин, как правило, совпадает. Ну так, тобто, в принципі, якщо жінка дбає про себе, то на усіх фронтах, як то кажуть, вона повинна бути здоровою. Так от, що відноситься до топ-5 хвороб, жіночих хвороб, про які може бути, може йтись мова і про які ми завжди найчастіше говоримо? От які з них найрозповсюдженіші, чи є серед них от гострі захворювання? Острых заболеваний – это минимальное количество, конечно. Как правило, это состояние, которое вызывает проблемы с женским здоровьем на всех этапах ее жизни. Это проблемы онкопатологии, проблемы патологии шейки матки, проблемы онкопатологии молочной железы, проблемы, которые являются цивилизационными заболеваниями – это лишний вес, стресс, депрессия – это все то, что, в общем-то, ну, женщина чему очень подвержена. І треба це про це об этом нужно помнить, женщина должна себя слышать. Ну от, якщо ми так візьмемо жінку, дівчинку, так, яка починає жити, розвиватися, то от з якого віку вже треба замислитись, на ваш погляд? Період полового созрівання в Україні вважається началом 11-12-летнього возраста. Но о том, что свое здоровье нужно внимательно слышать и чувствовать, мама должна еще с самого-самого раннего возраста девочке рассказывать. В принципе, начало менструальной функции у девочки – это уже тот период, когда она должна следить за своим женским здоровьем. Так, ну і з віком з'являються ж... Безусловно, в різні возрастні періоди, як правило, різні проблеми жінки можуть посещати. В підростковому возрасті – це формування з дівчинки дівчинки. Это регуляция менструального цикла, негативное влияние на которое, к сожалению, могут оказывать наши школа, телевидение, наличие большой занятости, пресса информационного, когда очень много информации, подросток не всегда может разобраться, какая касается конкретно его и какая соответствует действительности. А які це, наприклад? От дуже цікаво, якщо дівчатка зараз слухають, то вони ж можуть теж зрозуміти, що ж не так і що поправити. Иногда из поколения в поколение передается информация о женщин, что за менструальным циклом следить не нужно. Болезненные месячные – это все нормально. Вы, когда вырастите, будут у вас дети, и все это пройдет. Дискомфорт со стороны молочных желез, которые есть, ну что, вы растете, ничем заниматься не нужно. Все потом пройдет, когда-то потом, сложно сказать, когда. Ага. А тут можуть же бути різні наслідки, так? Безусловно. Это может быть проблемы генетического происхождения. Это может быть хронический стресс или депрессия, которая запускает проявление этих генетических проблем, которые есть. К сожалению, наш режим сна, жизни и питания, он не совсем соответствует тому, к чему бы хотелось стремиться и в подростковом возрасте, и в возрасте активного репродуктивного продолжения женской функции. То лишний вес... Стресс – это все проблемы, которые… Дефицит витаминов – это все то, что может приводить к сбою репродуктивной системы уже на этапе ее формирования, проявления на самых ранних этапах. Треба дуже слідкувати ретельно, так, пані Леонора? А чи часто приходять до вас дівчатка от в такому віці, коли вони тільки починають ставати дівчиною, так, жінкою, і, ну, дуже часто це трапляється вже тільки тоді, коли треба, а не тоді, коли можна було би прийти і перевірити себе? Каждый день на приеме обязательно есть мамы, которые приходят со своими дочками, но это те пары, скажем так, у которых мама с дочерью подруги. Это идеальный вариант, когда мама может поделиться своим опытом, когда девочка может, пожаловавшись маме о том, что она себя некомфортно в чем-то чувствует, вовремя быть услышанной, и вовремя предприняты могут быть меры.
Иногда девочки приходят сами, к сожалению, когда в их окружении нет ни партнера рядом, ни мамы, они сами, вот сами со своей проблемой остаются один на один, и это очень большая... Отсутствие поддержки – это очень большая проблема для девочек. И такие бывают, но, как правило, это когда речь идет о незапланированной беременности или о подборе метода контрацепции, а мама не сторонником является раннего начала половой жизни девочки. Но это решение, которое принимает, когда начать, это решение принимает сама девочка всегда, какие бы у нее отношения с социумом не были. А вы знаете, так, мамы, можливо, виховані іншим поколінням, і навряд чи вони будуть сприймати позитивно те, що сталося, так? А дівчина вже собі обрала шлях. І тут я розумію, як і з одного боку, да, і так, і з іншого. І як тут бути, і взагалі, як зрозуміти дівчину, це, мабуть, треба дійсно налагодити стосунки. І тільки тоді все буде вирішуватись. Отже, ми розібрали той початок життєвого шляху, здоров'я тієї дівчини, яка приходить на прийом. Потім з'являються інші проблеми. Ну, вже, я думаю, частіше вже приходять, коли народжуються діти, так? Коли хочеться мати другу, третю дитину, так? І тоді жінка вже частіше приходить на прийом. Коли вже починають, як ви казали, вже збільшуватись вага, коли вже жінка нібито була в нормальному такому ваговому, ну, скажімо, стані, так, а потім стала вона зовсім іншою. Чому так стається? Чому змінюється і зовнішність, і змінюється ставлення до себе, і якось вони забувають думати і дбати про своє здоров'я, жінки? В переважній мірі, мабуть, це так. К сожалению, в нашем обществе есть стереотип, который связан с тем, что увеличение женщины веса связано с ее неправильным пищевым поведением. И, в общем-то, гинекологические проблемы к этому могут не иметь никакого отношения. Но на самом деле для того, чтобы набирался вес, нужны серьезные предпосылки. Очень часто это дефицит витамина D. Сегодня очень большое количество научных работ подтверждает этот фактор. Проблемы работы со щитовидной железой, которые могут быть... Вторым этапом после неправильного включения репродуктивной функции в подростковом возрасте они просто дальше усугубляются. И как это ни звучит на сегодня, но образ жизни, наши недосыпания, воздействие ультрафиолетовых лучей перед тем, как организм должен заснуть и отдыхать, стрессы, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это основные пусковые моменты, которые приводят к нарушениям не только общего внешнего вида женщины, но и запускают серьезные проблемы с репродуктивной системой. Тобто ми можемо зрозуміти, якщо щось не так, ну, наприклад, почали набирати вагу, так? Значить, щось же неправильно в нашому організмі. Це не тому, що ми їмо постійно. Безусловно. Но здесь еще, знаете, играет роль такой вопрос. Некоторые женщины себя слышать начинают тогда, когда они в зеркале себя перестают узнавать. Но для того, чтобы появилось значимое изменение веса, должны произойти серьезные поломки в обмене веществ женщины. И для того, чтобы их вовремя услышать, увидеть, женщина должна слушать себя, она должна слышать себя, должна помнить о том, что понятие регулярного менструального цикла – это характеристика нашей работы организма. И всегда, практически в 99% случаев, когда приходят пациентки с жалобой, вот у меня добавился вес, мы спрашиваем, как гинекологи, скажите, что, вот как выглядит ваша менструальная функция? И мы крайне удивлены тому, что ни вчера, ни позавчера произошли изменения, полгода, год, набиралось постепенно, потом раз, вот такой как всплеск, ничего, и пищевое поведение девушка, женщина поменяла, и к эндокринологу пошла, и пошла к диетологу, и зал, и спорт, а результата нет. Это значит, что мы не вовремя услышали женщину, она не вовремя к нам обратилась, и мы не смогли вовремя решить ее проблему. Знаете, колись один раз на рік жінка обов'язково йшла до лікаря-гінеколога і перевіряла стан свого здоров'я. А потім все якось змінилось, і зараз жінки залишились наодинці з такими питаннями, і коли вони захочуть, коли в них буде можливість, тоді вони звертаються до лікаря. Так от, як ви думаєте, чи можна зробити якийсь такий, не знаю, там, огляд, тест, ще щось, щоб зрозуміти, чи все добре з вашим здоров'ям, тоді, коли жінка прийде? Ну, може, вона не встигла, може, була заклопотана, може, ще щось. Будь ласка. Я думаю, що це зв'язано з дефіцитом інформації о своєму здоров'ї. І здоров'я жінки – це тільки її здоров'я. Задача врача – професіонально допомогти, підказати, як правильно услышать себя и какие симптомы должны заставить привести к гинекологу. Ну, это не новость, что гинеколог и стоматолог должен быть у человека обязательно, у женщины должен быть обязательно
один постоянный доктор, который ответственно помогает определиться с программой профилактических осмотров. Жалко, что слово «профилактический осмотр» вызывает насмешку и улыбку, и так, знаете, как-то обесценилось это мероприятие. Но на самом деле есть большое количество патологических процессов, которые можно выявить только благодаря профилактическому осмотру. И женщины этого не понимают. Они бегут и говорят, что вот у меня профосмотр, давайте быстрее, меня не пустят на работу без вашей отметки. Но врач должен не только сделать анализ, он должен проконсультировать женщину, услышать, какие есть риски, какой патологии могут у женщины быть для того, чтобы подготовить индивидуальную программу скрининга. К сожалению, во всем мире существуют программы государственные по скринингу патологии шейки матки. В Украине, к сожалению, это все переложено на интеллект докторов и на сознательность пациентов в том плане, что обязательно эти исследования должны проводиться. С какого века треба проходити? С началом половой жизни, через 2-3 месяца от начала половой жизни, желательно обязательно девушке прийти на осмотр, чтобы быть осмотренной на кресле. Шейка матки – это такой молчаливый, который сидит в засаде враг и никаким образом себя не проявляет. Патология шейки матки – это одна из немногих патологий, которая клинически никак себя… Ну, жалоб нет у пациентки никаких. У нее нормальный менструальный цикл, ее ничего не беспокоит, нет никаких абсолютно предпосылок заподозрить, что ну, что-то не так. И в этом плане профосмотр на 100%, профилактический осмотр, он на 100% этот вопрос решает. Разным категориям пациентов с разными степенями риска возникновения этой патологии предлагаются разные планы обследования. На сегодня золотым стандартом диагностики патологии шейки матки является ПАП-тест, это жидкостная цитология, когда берется материал, и он таким образом обрабатывается, чтобы можно было оценить только клеточную структуру, и до 100% эффективности на выявление ранних стадий рака шейки матки на доклинических, когда бессимптомно и визуально нет никаких изменений, есть возможность его диагностировать. Усим абсолютно, да, так вы рекомендуете это пройти? Это нужно делать обязательно, но частота, с которой это проводится, должна быть определена индивидуально для каждой женщины. Есть категории женщин, которым показано это исследование раз в год. Есть категории женщин, которым показано это исследование один раз в 3 года. Доктор должен помочь, чтобы пациент не делал лишних анализов ненужных, и чтобы он не переживал от раза к разу, что ой, на 3 года отпустили, а вдруг за это время что-то произойдет. Угу. Эту ответственность на себя берет доктор, и полноценно помогают на сегодняшний день высокотехнологичные лабораторные исследования, которые позволяют очень качественно и со 100% степенью диагностики определиться, есть изменения или нет. Угу. А скажите, будь ласка, пані Леноро, а якщо, наприклад, зробити вже цей аналіз, так, то як швидко можна побачити результати і чи потрібно додатково щось ще проходити? Чи цього достатньо, ну, на якийсь там проміжок часу? Есть скринінгові тести, це ті, які дозволяють з великого кількості исследований виявити ті, які підлежать більш розширеному, більш углубленому обслідуванню. Если в ПАП-тесте есть изменения, то обязательно на сегодняшний день доктор направляет пациента на тестирование к вирусу папилломы человека. Может быть, не все ваши зрители знают, но в 90-х годах была присуждена Нобелевская премия в области медицины за открытие роли вируса папилломы человека в раке шейки матки. И на сегодня больше 95% онкопроцессов на шейке матки, они вирус папиллома человека зависимые. То есть ПАП-тест цитологически может быть все в порядке, никаких изменений в клетках нет, для этого время должно пройти, а вирусная инфекция есть. Угу. Дополнительным анализом, вот в частности то, что касается вируса папилломы человека и патологии шейки матки, они друг друга дополняют, они позволяют доктору индивидуально подойти к каждому пациенту. А щеплення є, так? Да. Специально пропонуються. Чи ви рекомендуєте робити щеплення абсолютно всім, чи, можливо, вибірково? Значит, мы пытаемся идти по пути цивилизованной медицины, и, к сожалению, в программах наших нет безоплатной вакцинации от вируса папилломы человека. И существует в мире признанная, много лет очень хорошо работающая, себя зарекомендовавшая вакцина, называется она Cervarix. Она используется для профилактики патологии шейки матки при носительстве канцерозависимых, то есть высокоонкогенных титров вирусов папилломы человека. Есть несколько
этапов, несколько схем вакцинации. Ее предлагают девочкам, которые еще не жили половой жизнью с 12-летнего возраста, и женщинам в репродуктивном возрасте до 49 лет, если есть риски изменений вирусных, если есть какие-то изменения в ПАП-цитологии. І якщо ми говоримо зараз про найгірші результати, то коли жінка не буде нічого робити, яких наслідків можна очікувати? Ну, найгірше, звичайно, ми вже говорили про онкологію, але ось за який проміжок часу вже стають видні якісь негативні результати? В общем-то, если мы женщину можем отпустить на год от нас, то, как правило, при легких степенях дисплазии, фоновых заболеваниях, то мы, в общем-то, безопасно пациента можем отпустить. Но если женщина понимает, для чего ей нужно сделать какой-то анализ, она будет послушна и свою схему обследования, она будет выдерживать, она отодвинет все свои бизнес-планы, она оставит с кем-то своих детей, она будет понимать, что кроме нее за ее здоровье никто не сможет побеспокоиться. Наша задача и не испугать пациента, чтобы он убежал, и, знаете, когда Моклов меч, все, мне сказали, через год, если я не приду, со мной что-то случится, не буду я никуда идти. Поэтому, до речі, теж може бути так. К сожалению, это бывает, и потом, когда мы пытаемся, ну, найти, ну как же такое может быть? Ну, доктор мне недообъяснил, я недопонял, ушел в дебри социальных сетей, интернета, а там информация, которая может абсолютно не касаться конкретно вот вашего случая и совершенно не являться протоколом профилактическим конкретно для вас. Звичайно, треба все з'ясовувати, особливо якщо лікар вже взявся за ваше здоров'я, як то кажуть, якщо ви прийшли, довіряєте, і ви розумієте, у вас є домовленості, що ви там за рік прийдете для огляду, знову ж таки, не для того, щоб налякати, а просто для того, щоб подивитися, що все буде добре. І дійсно тоді буде краще, як і вам, так і лікареві, бо багато жінок думають, що ой, ну все, піду, скажу щось погане, краще не йти. От залишаються вдома і, звичайно, наражаються на неприємності. Це, да, це високі риски своєї що здоров'я. Може бути, да, так. Да. А найгірше це вже потім такі результати, про які зовсім не хочеться говорити. Особливо тоді, да, коли є надія на те, що все буде добре. І є надія на те, що жінки будуть слідкувати за своїм здоров'ям. Дуже дякую вам, пані Леонора, що прийшли сьогодні до нашої студії. І ось так дуже ввічливо, дуже коректно поговорили, розповіли і дали зрозуміти усім нам, що слідкувати за своїм здоров'ям – це обов'язково. Потрібно кожному з нас. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.